Кроссовчик. И вот такое дело. Гниль на шее. Такое бывает. Корни вроде хорошие есть. Что буду делать я? Убираю этот лист. Вот она гниль. Сейчас уберу листочки, покажу. Вот такая вот картина. Здесь растет молодой корешок. Сейчас я вот это место полностью зачищу и замажу Максимом. Цветение срезаю. Все сухие срезай. О, какое цветение у него. Вот так у нас получилось. Такая дырочка. Зачистила все с обеих сторон. Сейчас будем применять Максим. Вот такая картина получилась.